Финра призывает к сотрудничеству. Регулирующий орган финансовой отрасли опубликовал доклад о последствиях блокчейн для индустрии ценных бумаг с рекомендацией для удаленного бухгалтерского рынка и регулирующих органов о сотрудничестве для устранения любых возможных рисков использования блокчейн. Финра призывает к открытому диалогу с участниками рынка и принимает комментарии до 31 марта 2017 года.